Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова. Кто не подписался на канал, подписываемся. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Это видео по боксу зарубежному Surf BTC, где мы собираем сатошики. Вспоминаем, собираем, выводим. Значит, проект работает, проект платит до сих пор. У меня очередной вывод. Значит, переходим на Faucet Hub. Смотрите, вот 12 часов назад Free Bitcoin Surf BTC 1291 сатоша получено. Я вывела. Вот пришли мне на сервис Faucet Hub. Так, вот. Надеюсь, всем видно. Значит, здесь нет скрытых реклам. Рекапчи, там сольфи, медиокапчи. Здесь капча очень простая. То не здесь присоединяемся, потому что очень легко все собирается. Здесь вот наш аккаунт, значит, вот здесь вкладочка «Вывести». Вывод на микрокошелек Faucet Hub. Здесь реферальная программа будет находиться, партнерская ссылочка. В сеттинге указываете платежную систему, номер кошелька, привязанный к Faucet Hub. Ну и вывод. Вот эта вкладочка, секундочку. Вот. Просмотр серфинга. Как я уже сказала, скрытых реклам нет. И очень легкая капча. Вот на эту вкладочку мы постоянно будем нажимать. Нас сейчас перебросит на страничку. И вот заполняется строка. Очень быстро все собирается. Выбираем циферку или буковку. Нас перебрасывает сейчас. И вот так можно собирать до бесконечности, пока не устанет. Здесь такое ощущение, что нет ограничений по сбору. Очень все быстро собирается. Ничего как бы клюкать не надо. А скрытых реклам нет. И вот таким вот образом как бы мы и собираем. Ну, здесь вот вкладочка «Дашборд». Вот здесь наш основной баланс. Это рекламный баланс. Я здесь ничего не рекламирую. Я работаю только на вывод. Здесь вот вкладочка «Вывод». И вот я уже сколько здесь вот вывела. Минимальный вывод 1000 сатошек вроде бы как. Но очень быстро все собирается. И выводится, ну, дня два, наверное. Вывод занимает. Здесь реферальная программа. И, как я сказала, вот в сеттинге указываем платежные реквизиты. На данный момент доступен только Faucet Hub. Ну, в принципе, я все рассказала. Кто здесь, вспоминаем, собираем, выводим. А кто не здесь, присоединяемся. Точно так же собираем и выводим. На этом буду заканчивать. Все замечательно. Я в проекте как бы... Я не останавливалась. Я здесь постоянно клюку потихонечку вывожу. Просто не делаю так часто видеообзоры. Ну, в принципе, все замечательно. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч!